Скоро старый Новый год. И где мне его отметить? А может быть, в этой прекрасной квартире? Здесь так красиво, я перестаю дышать. Здесь будет очень скучно. А вообще, у меня 16 этаж, я буду видеть все салюты. На высоте можно все. Короче, очень скучно, блин. Милый, а может быть, на старый Новый год мы сходим в ресторан? Нет денег. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. А может быть, бывшему позвонить? Не хочешь со мной отмечать? Мне наплевать, чего теперь ты хочешь без меня. Падла, я пойду на Красную площадь. И холода за окном не помеха. И я нахрен замерзну. Ха, выложу фотку, как будто я счастлива. Фотки, 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 фотки. Ленку на море везут. Почему им всем везет? Он ее на Мерсе. Монако везет, блин. Давай с тобой, мы отдохнем, с тобой вдвоем. Ежедневно женщина испытывает столько боли, сколько не испытывает за всю свою мазофакерскую жизнь мужчина. Поход в туалет после острых крылышек не в счет. Эпиляция в зоне бикини. Ты только не путай с бритьем своих бубенчиков. Первый раз на эпиляции бикини я родила. Хотя я не была беременной. Просверли себе, блять, ху. Сейчас я даже внимания не обращаю на эту боль. Я же баба. Неудобные, но такие красивые туфли. Мозоли на топоши, кровь, боль в суставах. Даже мужчина, получивший выстрел в задницу солью, не сможет понять ту боль. Когда девушка в минус 30 идет вот на такой шпиль, по голому льду и несет 5 килограмм картошки. Я же баба. ПМС. Мало того, что мы становимся немножечко неадекватными. Не подходи ко мне, сука! Так, мы испытываем еще небольшой дискомфорт. Как больно! За что? В эти моменты я жалею, что не залетела. Еду в магазин Шанель в Москве. В Шанель. А почему еще так темно? А, точно, шкиря добрый. Ты можешь не жрать его, это тебе не бургер. Сейчас я сгоняю в Санкт-Петербург за твоим бургером. Блин, я что поближе города не мог придумать. Опять татухи стерлись. Ничего, могу нарисовать новый. Что сегодня написать? Бутер, 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 бутер. Купил я у себя во дворе, около дома. О, рифма. Прощай, Питер, прощай. Б. Почему так сложно? Мало половин. Эшкери! Сладкий хачкери. Две бутылки немного на одного? Фигня вообще, да? Мне пиздец хуёво. Мне пиздец хуёво. Капец, я обожралась. Блин, у меня же через час тренировка. Они что, переварятся? Мне пиздец хуёво. Мне пиздец хуёво. Ого, минус 30. Капец, ну хорошо. Снег. Да ладно, ничего не будет, я же немножечко. Мне пиздец хуёво. Мне пиздец хуёво. Три дня просрочно. Мне пиздец хуёво. Мне пиздец хуёво. Ты разбила мою машину? Я тебе до магазина дала прокатиться. Мне пиздец хуёво. Мне пиздец хуёво. На самом деле похуй. На самом деле похуй. Она была не очень. Ну реально, ржавая пятерка вообще не очень. Да ладно, все девки собираются. Офигенно, мы развод мы отметим. Выбегай через минуту. Извини, я сегодня не смогу с тобой поехать. Что? Маш? Света! Даш, ну хоть ты. Сучки! Ты вообще козел. Я ему всю себя отдала, а он мне боль причинил. А зачем ты стоматологу звонила? Ты вообще меня слушаешь? Я же тебе говорю, он мне зуб мудрости вырвал. Самый дорогой забрал. Хорошо, что ты у меня есть подружка. Ну, вообще-то ты разговариваешь сама с собой. Вот это меня накрыло. 7 утра, и я себя чувствую великолепно. Ну ты вчера зажгла, я тебе видео прислала, где ты на барной стойке голая без лифчика пляшешь. Ну хорошо, что одна заснула. Детка, принеси мне полотенце. У нас был идеальный брак. Я вообще не понимаю, как я за такого дебила, как ты, вышла замуж. Он мне дарил цветы,
Цветы всего лишь неделю стоят, а уже завяли. Значит, не от души дарил, сучара. Все домашние дела, естественно, были на мне. Если ты не выкинешь эту сраную елку, я тебя выкину с балкона, ты дождешься. Я относилась к нему исключительно с уважением. Я тебя умоляю, где ты и где Брэд Питт? Спокойно, решали наши проблемы. А меня не волнует, где ты возьмешь деньги. Я сказала, я хочу отдыхать на Багамах. И ты должен решить эту проблему, ты понял? В итоге он от меня ушел. Я вообще ничего не понимаю. Что скажете, доктор? Ну, тут все понятно. Вы ебанашка. Великий день одной розочки в пленочке и наспех нарисованы открытки. Это не 8 марта в яслях. День всех влюбленных. Но что же делать, если у тебя нет второй половинки? Я буду плакать. Вот дурные бабы, да? В этот день есть еще много замечательных праздников. Например, день психически больных людей в Германии. Здрасте. Поздравляю с профессиональным праздником. Вот котлеток куриных накрутила. День программиста. Привет. Я тебе установила Windows 95, потому что у тебя тут был Windows 8, и я посчитала, что 95 он новее. Или хотя бы ты можешь поздравить с именинами таких людей, как Вендимиан, Давид, Карион, Перпутуя. А вообще лучше в этот день, чтобы у тебя был твой любимый человек, вы будете кружиться в танце, признаваться друг другу в любви. В общем, счастливого 14 февраля. Сегодня не будет сиси. Пацаны, расходимся. Хотя у меня 70% женской аудитории, как бы. Сегодня я решила повторить макияж бьюти-блогера. Ну, вроде все просто. А как бы, где цвет? Может, пальчиком? Да? О, пошел процесс. Вместо красного возьмем вот этот. Меня смущает, что получается красиво. Я же гуру макияжа. Стоит ли продолжать этот выпуск? Сейчас дело до стрелок дойдет. Вот там и пожжем. А вонь. Что дальше? Какой план действий? Что делать с этим желтым? Кот желтый. Растушевываем. Ну как бы уже красиво, да? Я взяла водостойку. Водостойкая подводка. Это первый день в моей жизни, когда я нарисовала ровные стрелки. Хайлайтер. По-моему, легче. Педали. О-а-ля. Вот я, вот она. Ну и кто лучше накрасился? Я могу свою краску для волос найти. Мне нужно корни подкрасить. Тебе кто разрешил мою краску трогать? Ну все, Ванюшка, тебе капец. Мама, ты... Я что-то не понимаю. Вы на халяву и в зеленый покрасите? А что такого? Я всю жизнь мечтала стать брюнеткой. Ты еще мою ночнушку надень. Ну, собственно... Ты вообще в курсе то, что малявка тоже покрасилась? В ее-то годы! Вообще-то, а мне уже 14. 14? Я в 14 Том и Джерри еще смотрела. Кстати, девочки, грязная посуда вас ждет. Кто будет мыть? Не-не-не, я не могу. У меня два проекта в работе, у меня полный завал. А, не могу. Значит, мой Джинни. В смысле? Мама, смотри, что мне Саша написал. Саша? Это мой бывший? А мы с ним мутим. Он тебе в отцы годится. Саша сработала, она тебя еще любит. Это ты хорошо придумала. Ну вот, волосы зря покрасила. Мне кажется, тебе пора уступить вместо мне. Ну уж нет. Мой грандиозный план в действии. На Новый год лужи, потом снова лужи, а теперь пиздец как холодно. Я не знаю, в чем смысл этого плана, но мне капец как нравится. И ты, слабачка, мне не помешаешь. Лето, слушай. Фу, я, конечно, понимаю, что ты до сих пор в запое с 2017-го, но у нас реальная проблема. Зима снова правит. Сучка. Что? Кого? Я сейчас разберусь. С Новым годом. Понятно. Алло, осень. Срочно нужна твоя помощь, тут зима, в отпуске до августа. Из приятного. Есть еще время влезть в старые джинсы. Худеем. Можно вообще не худеть. Лето, пьяно.